Приятной всем последней полуфинальной игры. Ваша задача найти черных, либо сделать так, чтобы вас не нашли, как один ваш. Доброе утро, город. Девятый раз на этом турнире я открываю стол. Такого у меня жизни еще не было. Короче, что могу рассказать? В прошлой игре я был черным игроком. Я немного не так поговорил, как обычно. Я не сказал, что я там никому не вру, не обманываю, но я пожелал унижения черным. Там сказал, что есть динамика, когда между мной и черными игроками, где я говорю черным, что они должны проиграть и так далее. Вот, немного погрязнил про то, что я ртом дышал, ну, всякая такая ерунда. Вот, люди это съели. Вот я был черным игроком, посчитали меня за это красным. Теперь я думаю, чтобы я не поговорил красным, кредит доверия вряд ли он какой-либо будет, потому что буду думать, вдруг он сейчас черный говорит. Тем более, это последняя стадия турниров. На последних стадиях турниров я не скрываю, что я говорю черным так, как бы говорил красным. Только в начале турнира я преследую тактику о том, что нужно говорить, чтобы, ну, в дальнейшем не было подозрений тебя. В конце уже панели пропал. В этой игре игрок красный, я скажу так, что я вот не буду играть только игрокам номер 2-4. В этой игре и говорю, что игрок красный. Yes. Вот, а еще шериф этой игры. Я проверю кого-то из них и наложу их мнение и мое мнение, если найду красным. Если найду черным, тоже неплохо. А если кого-то из них убью, то я его проверю. Так как я им не вру, то они стоят на экран. На игрок по номеру 2. Это вообще без проблем делать, что видите. Смотрите, вообще я позволю себе продолжить вашу тему, потому что у меня ночью не было особо каких-то размышлений. Вот. Мне кажется, что тактически верно изначально окрасняться, но чисто если взять мафию как спорт, то рано или поздно все эти штуки, их просто начнут фиксить, пофиксят, и в итоге будет чуть сложнее играть, мне кажется. Ну, возможно, но это не точно. Смотрите, я вообще в принципе никогда в жизни, что бы вы ни сказали, нет никакого слова окрасняющего, чтобы вы были для меня красным. Ни одного слова. Просто чисто сухая логика, позиция, которую вы показываете, что вы говорите, чисто из этого я могу понять, красный вы или черный, 10. И насколько вас иногда там откровенно сношают, ну или как-то сказать, вот. Только тогда я могу понять, что вы игрок красный. Поэтому, что бы вы ни сказали, на меня это не работает. У меня игрок номер 3. Просто классы с зубами, как бы, вокруг меня, ну я как сижу, я вам скажу так. Единицу посчитал красным игроком, двойку посчитал не очень красным, потому что, смотрите, что он говорит. Он говорит, я шериф, я проверю кого-то из вас. Ну, он признается, что он шериф. Он говорит, что я шериф, проверю кого-то. А, тут вы шериф, да? А, то есть вы из-за этого, да? Ну, все равно тогда, ну, он раньше сказал, что он шериф, раньше скажется. Поэтому, как бы, ну, как бы, вот с один больше поиграет, чем с два. Ну, да вы могли с ним поиграть, ну ладно, ну сказать. Ну, допустим, ну вы шериф, а он черный игрок. У него уже проблемы, если вот, допустим, там, вот он, если его не отстрелят, да, у него уже проблемы, а вы шериф. В чем проблема? 10 секунд. У вас. Ну, в чем проблема сыграть, допустим, с ним? Ну, вы с ним сыграете, он вас стрелять не будет, потому что вы с ним играете. Стрелю на четверку. У меня игрок под номером 4. Доброе утро, город. Желаю всем хорошей, легкой, красной победы. Я не знаю почему, я уверен, что именно в этой игре красные игроки победят. Вот, как в первой игре было, потому что будет за столом сидеть Лоску, Рио, я. Мы в первой игре выиграли, даже то, что играли против... Не, а, и вы, да, тоже играли в этой же игре. Вот, мы играли против игроков красных, ну и красных, и черных, но в конечном итоге мы выиграли в сухую. Поэтому я уверен, что это будет именно такая же игра. Вот, играя с игроками 1-3, думаю, это игроки красные. Первая речь мне понравилась, третья речь понравилась. Второй, мне кажется, должен был посчитать первый игрок красный. Ну, мне лично кажется, что на вашем месте сказал бы, что первый красный. Поэтому не играю с 2. Вот, это мысли, которые были. Потом, блин, еще кое-что было, сейчас я вспомнил. Что было очень крутое. Блин. А, вспомнил, о чем я думал. Вот, я думал, короче, о том, что когда достал карту, короче, типа, что я умру в первую ночь, и мне интересно будет, короче, я пытаюсь на данный момент, я не знаю, почему, я хочу оставить именно тройку черных игроков, поэтому я буду стараться. Вот, плюс вон есть дополнительная информация, вот, и господин Лоску достал шерифскую карту, там все дела, типа, дополнительная информация. Поэтому, ребят, все нормально, все будет. На игрок по номеру 5. Еще третья вещь не понравилась. Мне показалось она странным, откровенно говоря. Реально, а вам спасибо. Я подумала, вы, кстати, красный, подумала, девятая больше красная. Это мои какие-то рассуждения, то пока вы тут говорили. Вот. Да без проблем, господин Рио. Третьим тогда будем заигрывать, хотя мне речь нравится. А с вами можно просто поиграть, потому что речь была нормальная. Вот. 1, 3, 9, 10 играю. Между 2, 4 какой-то мод, мне кажется, есть. Не знаю, я просто так сейчас говорю, как есть. Он показал, что я маф, а я не маф. Вот. Я знаю, что вы показываете так далее. А не вы вдвоем показали, что третий красный. И они, ребята, показали, что третий красный. Я не знаю, мне что ёкнуло по доку. Это все. Именно по вашей речи. Я говорю свои мысли. Мне не важно, что другие игроки показывают. Я красный, у меня есть свои мозги. Спасибо. И вам игрок номер 6.
Внимание, игрок номер два. Если рассматривать мафию как спорт, так надо не смотреть на личности. Отстрелили, а если не отстрелили, больше подозрительно, это не интерес. Я вам скажу так, я мне Дениса неплохо поговорил, я ему готов был поверить, а потом он скрывается шерифом. Если вы, я понимаю, что шериф на самом деле я сразу вам скрываюсь, потому что я боюсь, что потом мне не поверят. Играю с вами в открытый, думаю, тут много сильных игроков, мне бояться нечего, я шериф. Откатите, я с вами поиграю, откатите, все. Тогда я поиграю с Денисом. Может, и вы откатите? А, и вы меня сейчас такие хитрые убьете. Да, вы так нечестно. Короче, я поиграю с игроком номер 3, потому что вы его все окрестили. Хотя речь у него была не камильфо. Он акценты между 1-2 поставил не так, как мне понравилось. Но раз вы откатили, друзья, тогда ладно. Значит, я поиграю с 3. Я думаю, что 5 десятый. Не черный игрок. Играю 3-5-6. Я шериф, играю с вами открытую игру. Покажете, кого проверить, я проверю. Скажите, и кого-то я чёрт, прям чёрт. Да, игрок носит. Тут работа, сыграю 1, 2, 3, 4. Ночью подозреваю 5-го, сыграю с игроками 1, 3, 9, 10. Один шериф появится. Фол игрок под номером. Сыграли 1, 3, 9, 10. Между 2, 4 только один игрок чёрный. У вас 6, 8 вместе игроки чёрные. Первый показывает, что игрок красный. Поэтому или первый дуб, или вы ошибаетесь. Вот. Поэтому 5-е подозрительное. 1, 3, 4, все там паровоз друг с другом играют, как бы. Я первый раз не посчитал притчу, но куча людей вас с вами сыграли, что мне остается делать? Да, ничего. Отдельно второго я как бы прямо не заподозревал, я как бы скажу откровенно. То есть, ну, поговорили, как поговорили, может, с черным ничего прям плохого не сказали, вот. То, что я не сыграл с первым, я бы тоже, допустим, не сыграл на втором номере. Вот, поэтому играю 1, 2, 3, 4, где самый красный третий. Вот, наименее уверенный красный цвет, это второй. Вы показываете, что игрок красный, ну, давайте подождем. Пока просто подозрительная пятая, 1, 2, 3, 4, молчок. Спасибо. Спасибо вам, игрок под номером 8, 8. Доброе утро, город. Ну, не знаю, в первом играть, в каком не играть. Он даже не пожелал унижения черному. В прошлой игре пожелал, я на эту с ним сыграла, он черному. Но мы заголосовали такие, так что не надо тут рассказывать. Вот, второй не играет с первым, тоже с первым не буду играть, потому что оставлю пока первого. Он такой себе человек. Ну, с прошлой игры, по крайней мере, третий игрок. Очень глобально какие-то такие размышления по 1-2 были, за что показали, что третий больше красный. Окей, третий будет больше красным игроком. Вот, и того получается, буду играть 2-3-4. Это нормальная позиция, не брать 1-2, не поиграть. Игрался один, я буду играть 2, 3, 4, 7, вот. И почему вы не играете шестым игроком? Шестой игрок у нас шериф этого города, он сказал об этом. Единственный. Один, вы тоже шериф, я шериф. 6, я не знаю, 7. Ну что это за торговец такой. Вот, окей, тогда поиграю шестым игроком без пятого, пока что, потому если что-то красное, это не выигрывается, когда раскрывается 8 человек. Mm-hmm. Фол игрок нам 4 берет. Тогда я не шериф. Десятку. Вот, ну, короче, играю 2, 3, 4, 7. И 6, потому что он единственный шериф. Пока без 5, потому что там какие-то есть уже. Его сорень. Мя игрок 0-9. Мне очень хочется играть типа 1, 2, 3, 4. Там точно есть первый какой-то отстрел. Значит, там точно есть красный игрок. Мы все будем к этому не готовы, если стрельнется сейчас игрок номер 3, когда за столом сидят 1, 2 и 4. Но мне пятая не показалась черным игроком, ну, типа, ладно, может, я такая глупая, которая ведется, когда меня заочно называют красной, ну, может, ты считаешь, что меня это купило? Мне она показалась красным игроком. Какой смысл брать и на меня закидывать? Но у нее при этом, что я хочу играть 1, 2, мне просто понравилось, что она говорит, за что вы нашли третьего красным. То есть вы там, ребята, знаете как-то его цвет, но заречь его посчитать красным невозможно. То есть первый показал это двойка, говорит, три красный. Но это ваш цвет, короче, ваша ответственность. 10 секунд. 1, 2, 4, там, 6, кто там еще показывает, что третий у вас самый красный. Это не мой цвет, это цвет стола. Мне, в принципе, пятый игрок понравился, игроки 6-7, которые выкидывают. Мя, спасибо вам, игрок 0-10. Ну такое, показываете что-то, но что мне не сильно подходит. А если вариант 5-10 вместе черные игроки? Может, она намеренно заигрывает? Ну чему, чтобы типа сказать потом, ну я же там не глупая, вас чуть-чуть подтянуть на данном случае. Вы там поговорите, скажете, 5-я красная, скажу, о, 5-9, если что, ответственность на 9-м. И такие, изи-бризи, все куплено у нас. Так, я думаю, между 1-2 маф какой-то есть. Первый показывает шестой игрок красный. Понятия не имею, почему. Просто вы шериф. Ну, пока я буду версию лже-шерифа рассматривать тогда в таком случае. Шестой поговорил так себе. Думаю, 3-4-5 очень много красных игроков. Третий уверенно красный. Четвертый просто покупает лицом меня, по крайней мере. Не согласен с его цветами насчет седьмого игрока. Почему седьмой красный? Это как-то 1-2-3-4 без разбора сыграть, где... Ну, как-то все не гладко шло. Вы так сказали, как будто тут все сидели и говорили, ну, первые два, второй, а первый, второй красный, ну, третий тоже. Тут такого не было, тут так не лились. 10 секунд. Поэтому 3-4-5, это моя красная команда.
Джедай-нити во второго или в первого, я предлагаю. Что 9? 9? Пока пятый называет красный. Я не знаю, честно, я не знаю. Меня спасибо. Друзья, мы переходим в ночь. Все надевают повязки. Стреляла, попала. Напоминаю про лучший ход, пока игрок его не озвучит и не услышит, это лучший ход спринт, либо же спекуляция при секции там. Это удаление с игрового стола, скрытие шлифа фол, озвучение проверки фол, дальнейшее откатывание, подъем. Прощальный минут получает игрок номер 2, господин Рио, вы были убиты. Лучший ход 1.6.8. Принято 1.6.8. Я не шериф, но мне кажется странное скрытие какое-то. Вы уже можете сказать, кого вы проверили, если вы шериф. Но я вам напомню, что если вы скажете, что вы шериф, потом откатите, вас удалят. Вы не шериф. Ну вот и все. Мои личные цвета были, мне показалось красный 3, красный 9 показался, и не очень подозрительный 7. Может быть красный 5. Но мне кажется 1-4, а что я ставил? 1-6-8, да, ставил? Мне кажется 1-4 вряд ли вместе красный. Мне так кажется, потому что что-то не очень получается. Вот. Вы думаете, что 5-10 вместе черный? А кто именно? Я подсказываю 9, что тут есть замутик. Фолдер, наверное, 10-1. Ну, короче, как-то так. Ну, разберетесь. Я что оставил. Мне, мои личные цвета мне показали 3-7-9. Там много красных игроков. Вот именно вот в этом сезоне. Шестой, что делал, я не очень понял. Он что, надеялся на то, что его убьют, что ли? Вот. Ну, как-то так. Вот, в принципе, все. Я благодарен вам, Мафа, что вы мне увидели. Ладисная прочная игра подарок 2. Круг обсуждения открывает урок номер 3, ваш минус. Шестой хотел сделать вид, что он шериф, чтобы убили его. Фол игрок под номером 1, первый. Выставляю игрока номер 8. Принято 8. 8 красный, 8 красный, 6 красный. А какие у вас тогда цвета? 3 черных. Не, ну он мне красный показался вначале. Я бы сыграл, допустим, я выставил 8 по замечанию, я бы сыграл против 5, сыграл бы против 10. 6 бы я не трогал. Вот, поэтому то, что один крышует 6, один крышует 8, не знаю. Сыграл бы против 5, выставьте 5. Да, выставьте 5, спасибо. И вам игрок на 4. Ну, мне кажется, сейчас третий поврил немножко хуже, чем в прошлый момент. Мне так лично кажется, показалось мне, что это было нехорошее. Так, смотрите, дальше. Мне кажется, вы сразу возьмем проявление красное, как понял. Хорошо. Значит, тогда не подозреваю 8, не подозреваю 1, потому что это только единственный шериф. Я не подозреваю 9 игрока, то, что я показал на прошлый круг. Так, это получается, почему 9 красный? Но мне понравилось, как она выговорила. Плюс Дрио подумал, что она красная. Я подумал, что она красная. 5 забросил, что она красная. Выставляю 5. Вот, смотрите, мне кажется, что это была именно та же игра, когда вы сели на 9, игроком черным, я сел на 4, игроком красным. Вот, вы сыграли с ним, он умер. Смотрите, вы можете меня слушать или нет? Я даю объяснение, почему я подозреваю 5. Потому что мы когда играли, вы сели на 9, игроком черным, я сел на 4, игроком красным, он умер в первую ночь, и вы сыграли, типа, что вы паранойи, типа, у меня есть дела. Вот, и вы были игроком черным, я был игроком красным, поэтому я запретил вас, потому что мне показалось то же самое. У тебя ничего не поменялось. Все, пока что так. Пока сюда не намерен говорить, первый думает, что я игрок красный, поэтому, ну, еще может вторых пилить, если что. И у вас 3. Мегак номер 5. Слушайте, что вы меня вытягиваете? Вы точно считаете меня мафом, безапелляционной и так далее? Вот что-то вытягиваете, что-то выискиваете. Вот сидите шерифом, окей, по вашей версии игры, окей, да без проблем, даже если так. Да, вот именно, что он скрыл всех,
При этом мне скрылся 10-й игрок с 2 проверенным красным. Вы сами это сейчас показали, у вас 4, правильно? Ну, я не знаю, чем он проверил. Чем вы проверили 2-го игрока? Это абсурд, надо было вообще там нигде не проверять. Я подозреваю лично 6-го игрока. Если бы вы мне навязали 3-го цвета, игроки 2-4 показали 3-й красным. Мне 3-го речи не понравилось. Вы сейчас возвращаетесь к тому, что 3-й поговорил не очень. Сюда 6 на голосование, мне 6-й не нравится. Это мои личные цвета. 9-й поговорила неплохо. Вот. Не знаю, говорит. Говорит, не знаю. Уже. Вот это абсурд какой-то. У вас 8 проверенных красные. 10 секунд. Где-то между 1-4 кто-то мог есть. Вы шери, 8 проверенных красных. У него 2 проверенных красных. И у вас рей. Мя, игрок номер 6. Давайте уточним. Я вам не нравлюсь сейчас как игрок или как человек. Это для меня очень важно, игрок номер 5. Как игрок. Тогда все. Выставляю игрока номер 5. Выставим. Вызываю вас на дуэль. Пускай проголосуйте между 5-6. Мы вряд ли померимся. А если тебе... я был красный? Ну, не надо было так меня атаковать. Теперь смотрите, я еще послушаю. Я вам скажу так, когда восьмерка помогала мне, вскрывала шерифа, а четверка с ценой фола сказал, так не выигрывается, когда много шерифов, красные игры, то четверка мне показалась красной. И восьмерка откатила, сказала, ну все, я не шериф, тоже по красному. Поэтому я сейчас играю с игроками 3-4-8. У меня выставляю игрока номер 9. У меня подозрительные игроки 9 и 10. Так получается. Если 3-4-6-8 красные, то тогда между 9 и 10 точно же получается мат. 10 секунд. И игрок номер 7 становится не совсем не красный. Вот такая вот дела. Я считаю, что если мы шерифа не убили в первую ночь, в эту игру должны были. У меня игрок номер 7. Сомнительный такой факт. Ну смотрите. 3-9 оставили игроками красными, у вас 8-я проверенная красная, 5-10 вместе черные, 5-я играет против своего 6-го очень жестко, поэтому 5-6 вряд ли вместе черные, поэтому у вас черный 4-й. Есть такие размышления, если Рио не ошибся в 9-й, 9-го игроком красным не посчитал, я думаю, спокойно, что? 4-й вскрывается, и вы вскрываетесь. Первый не вскрывается. Первый пришел. Ну, у вас тогда черный 1 по счету, ну, с моей позиции. Ну, понял. Поэтому у вас, скорее всего, 1, 5, 9, 10, тройка. Правильно я понимаю? Правильно, вот. Но сказали, что 9 красный, ну это странно. 10 вот, с вашей позиции 5 красная, 4 черный, 6 наверное, черная, 4, 6, между 1 и 8. Мега 8. Утро город, у меня проверенный красный, мне уже должно легче житься, как бы. Я думаю, первый игрок красный, это вот это вскрытие четвертого, за то, что он 8 проверенный черный, сначала подумал, о, сейчас лоско против меня играть, ой, как нехорошо, а потом типа не передумал, он неправильно увидел проверку, и я думаю, поэтому первый красный. 1-4 красный, 4 шериф, 4 больше шериф, чем 10, по-моему, ну кто не знает, что игроков 1, 2 и 4 в первую ночь не проверяют, потому что это просто зона отстрела. Это даже озвучили на речи, что 1, 2, 3, 4, 9 игрок озвучил на своей речи, что там будет стрел, выставляю 10 на голосование. Ну, я думаю, 10 не шериф. Что за проверка 2? Моя проверка была на столе, ее показывали. Вы сказали, что я не очень поговорила. Первый игрок показывал мою проверку. Поэтому, ну, проверка у 4-го 8 лучше, чем проверка у 10-го 2-го. Ну, то есть очень легко с такой проверкой сидеть, отсиживаться. Вот. Ну, 9-й игрок как-то еще раз ее послушать бы. 10 секунд. 3-го называют красным. Короче, не очень разобраюсь в этой игре. У меня 1-4, 1 красный, 4 шериф. Вот пока так. Больше цветов раздавать не буду. И вам игрок на 9. Доброе утро. Вот вы у меня с языка сняли, хотела сказать, кто в здравом уме будет в первую ночь проверять второго игрока. У него 10 отстрелов за 11 игр. Ну, это плохая проверка, если вы шериф. Игрок номер 4 имел право проверять 8-го, я считаю. Единственное, мне не нравится, что выставляете 5-го. У меня между 5-6 точно будет черный, где мне не нравится 6-й игрок. Вы выставляете меня, при том, что убиенный второй говорит, что я красная. Вы говорите, 4-й шериф, он говорит, я красная. И вы все равно идете и выставляете меня, игрок номер 6. Поэтому выставляю номер 6 на голосование. Выставляю. Вот, не знаю, команда 5-10, если соотнесет 5-е с ним вместе. Ну, не знаю, я 5-ю посчитала отдельно красной. Плюс подозрение ее к 6-му и подозрение к 3-му, например, ее. Ну, не знаю, за что вы его красняете, хорошо, пока слезу. 7-й игрок говорит, что у вас по недосчету кто-то там получается черный. У меня, например, вы как невнимательный красный игрок, если вы, значит, вы не черный. Невнимательный. Вы даже не поняли, кто не скрывается. Он скрылся на весь то, что у него 8-я проверенная красная. Мягко, 10. В
Вставляю один. Мы сейчас пакуем первого игрока. 4-8. Я рассматривать вместе не буду. Когда восьмой игрок скрылся, просто по фану в нуле, четвертый озвучил, что красные игроки, если это делают, это вредит игре. Она откатила. Я думаю, четвертый не набирал бы на такой глупости, на речи своего мафа такой фол. Я так думаю пока что. Какая разница? 1-2-4 сидят. Меня периодически стреляют. Почему нельзя проявить второго, которым... Вы все поиграли против второго. Я подумал, 1-2 какой-то мав. Я-то раскрываюсь, первый проверенный черный. Все, если я ошибся, мне минус 0,5 будет. Первый проверенный черный, выставляю игрока номер один. Сейчас пакуем именно первого игрока. Уважьте хотя бы лучший ход этого второго игрока. Шестой игрок понятия не имеет, что делать. Вы вскрылись, вы просто вскрылись. Просто вскрылись. Они толкают вам версию, что 1-5 вместе черные. Я говорю, у нас план такой, задумайтесь об этом. Вы что, с ума сошли, что ли? 10 секунд. Какое это? Я не могу. Тогда я черный. Вы знаете, что я черным играю хорошо, реально хорошо. Я не дам проверку второго красным. Ты тоже дурачок. Я дам восьмого черным тогда. Любого. Ставлю один. У меня игрок номер один. Смотрите, ну мне очень сложно рассматривать ваши шерифы, игрок номер 10. Есть причины, почему я могу думать о том, что может быть в какой-то теории четвертый не шерифом, потому что игрок номер 2 оставил 3, 7, 9 красными. Я красный. У него 8 проверенных красных, 5-6 явно не вместе. То есть либо третий в ком-то ошибся, либо четвертый не шериф. Но ваша речь какая? Вы проснувшись, мне показали вначале, проверьте два. Потом, когда очевидно не нужна, вы сами решили, что между 1-2 точно есть маф, нужна тогда проверка. Сами проверили два и сами сейчас решили, что игрок точно черный. Просто так, и говорите, что я вас точно ухожу. Потом мне достаточно проблематично рассматривать шерифа. Ставляю 5. Выставим. Вот среди 5-6 проголосую. Они же говорят, что не надо там вызвать другого. Почему мне показалось, что шестой больше игрок красный, или? Потому что я подумал, что он красный игрок, который я вскрыл за шерифом, он попытался скрыть за шерифом, чтобы убили его, а не меня, и зато он игрок красный. Думаю, 9-й игрок красный, так как она аргументирует то, что нельзя, не нужна была проверка игрока номер 2. Думаю, 3-й игрок красный по завещаниям, потому как он играл. Вряд ли он бы бежал на второго игрока, когда второй там должен был умирать и так далее. Потому думаю, что игроки номер 3, 9 красные, 6 у меня на данный момент краснее, чем игрок номер 5, потому я в 5-го игрока проголосую. Ваша проверка игрока номер 7, ваша проверка игрока номер 1. Голосуем 6-го. Мяспаси вам. Второй фол игрок номер 10. Вот игрок номер 10, третий за неуважительное поведение. Uh-huh. Игрок под номером 6 получил второй фол. Мы переходим в суд. То есть игроки 8, 5, 6, 9, 10, 1. 8, 5, 6, 9, 10, 1. 8. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок под номером 8, прошу голосовать. Спасибо, я принимаю 0 голосов. 5. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 5, прошу голосовать. Спасибо, я принимаю 3 голоса. 6. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 6, прошу голосовать. Спасибо, я принимаю 4 голоса. Игрок номер 6, прощайтесь. А, ну так все, я красный игрок, какие вопросы, десятка точно черная, видите, у него нервишки реально сдают. Нервишки, вы же еще молодой человек, нервничает, третий фол хватает, пакуем тогда шестерку, оставляю вам десятку черным игроком. Угу. Что, пятерка, не знаю кто, но пятерка руку уж меня поставила сейчас, поставила, а зачем, не было, единицы, да, говорил, что шестерка покрасила, это будешь опять 10 черные игроки. С очень большой долей вероятности. Но реально, вы не рассматриваете версию десятки шериф. Он говорит, я рискну, вскроюсь единицы черный и ставит руку в игрока номер 6, самого красного игрока за этим столом. Короче, тройка, возьмите себя в руки и рулите этим столом. Вас всех оставили красным. Не смотрите ни на какие авторитеты. Оставляю вам тройку красным, даже если вы с двух сторон дадут проверить. И вас, спасибо. Мяс, спасибо вам. Аплодисменты прошу игрока под номером 6. В нашем городе наступает незамедлительно. Ночь, все надевают повязки, все спят. Проверка. Я просил вас проверить игрока номер 7. Кто у вас черный? У вас черный. Ты до этого просил проверку 8, я тебе на 0 вскрылся. Фол игрок номер 4, 2. Он до этого 9 постоянно красный. Фол игрок под номером 5, 2. Думаю, 10 бы меня бы не стрелял бы сейчас. Я думаю, шериф 10. Так оно сразу. Потому я думаю, что черная... Думаю, что 4-7-8. Вот, ну там туда же. Я, может, не прав, не опирайтесь на это завещание. Мне кажется, шестой был игроком красным. Это то, что я думаю. Шестой был игроком красным. Потом, может быть, между 5-6 есть маф, но я думаю, шестой был игроком красным. Мне кажется, что 10-й шериф в итоге. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты, пожалуйста, на камеру 1.
Пройдемся по фолам. Игроки 4, 5, 2 фола, игрок номер 10, 3 фола. Он молчит данный круг. Игрок номер 7, у вас 1 фол. Круг обсуждения открывает игрок под номером 4. Ваши. Он попросил у меня проверку 8. Смотрите, ребята, это такой абсурд. Я на нулевой круг скрылся ему. Он никогда не оставляет меня красным. Поставляю 10. Никогда не было такого. 10. Он все время боится называть меня игроком красным. Всегда. Значит, смотрите. Слушайте внимательно. Значит, на нулевой круг я слился игроку номер 1. Он же подтвердил это. Раньше я слился на игроку номер 1 на нулевой круг. Если я черный игрок, первый сказал, что он шериф. Я не буду скрываться. И вдруг он реально шерифскую карту достал. Я что, вы думаете, сумасшедший или что скрываться игроку номер 1? Я ему сразу моргнул. Потому что я подумал, что он просто... Я подумал, что он игрок красный, поэтому я ему скрылся. Смотрите, если я черный игрок, я не знаю, может второй шерифа достал, может первый. Я не буду этого делать, это бессмысленно. Я рискую, то есть, смотрите, полуфинал. Я рискую того, что я вскрываюсь на нулевой круг, что я проиграю игру. Может быть, шестой черный, я не знаю, выставляю 10. Надо показывать, кто у меня черные игроки. Кто у вас черные игроки? Игрок номер 7. Я шериф. Проверил 8 красных по его наводке. Потом проверил 10 раз. Только потому, что я подумал, что я могу умереть, потому что 10 на прошлый круг сняли 6. 10 снял 6 игрока. Попрошу заметить, что это был не я. 10 снял 6 игрока. У меня игрок под номером 5, 2 фола. По вашей версии игры 3, 7, 10 мафов. Если 6 красный. У вас 8 проверенный красный, 9 проверенный красный. У 6 вы называете красным, и я красный свой цвет знаю. И хватит это говорить. Нет, а я красная, я не буду против всего стола идти и так далее. Получается 3, 7, 10 у вас, мама. Почему вы не выставляете 7 игрока? Почему вы не пошли проверили 7 игрока, когда на предыдущий круг говорили, что 9 красный? Потому что думал, что его стрельнут. Mm-hmm. Так правильно, надо найти вот эти ручки, которые проголосовали в этого 6 игрока по вашей версии. Так, у него, подожди, у него. Я знаю, что это... И что? Что-то вообще странно. У вас... Это же вообще абсурд какой-то. Это такой ужас просто, это просто ужас. Так, у вас 4. Тихо. Что показываете? 4. 4. Между 7, 8, 9. И у вас 3. У меня игрок по номеру 7. У него, скорее всего, 4, 8. И кто-то еще. Кто у вас там сейчас проверен? Первый. 4, 8. Пятая, наверное, красная. Ну, скорее всего, правильно. Ну, 3, 9. А у вас черные? 3, 5, 10. Ну, я свой цвет знаю, я же не буду исходить из того, что я у вас могу быть черным. У вас черный 3, 5, 10. А все об этом вот и сказали, что эти красный. Первый, второй, полстола. Поэтому у вас шестой будет черный. Ушел. Что? Вы бы сказали, что 9 не красная. Вы бы сказали, что это полкруга. Весь прошлый круг все говорили, что 9 красная, просто не зашел. В смысле, вы успели, что 9 не красная. Проверка 9 ужасная, проверка 2 еще лучше. У вас черный, скорее всего, 4, 8, и кто-то между это 9. 4, 8, 9. И у вас 3. У меня игрок номер 8. Так, игрок номер 1, игрок номер 7, сказал, черная команда 4, 7, 8. Вот, если 4 не шериф, то вы в черной команде. Со мной вместе, если что. Играем. Да. Не знаю, мне 10 меньше шериф, но это на каких-то абсурдных проверках выезжать, но мне так кажется. Ну нельзя такое обращать. Он проверил двух самых отстреливанных игроков, вот, и такой сидит, смеется, ему весело. Я не знаю, на прошлый круг он эмоционально не так, ну не знаю, был риск, что он уйдет, потому что уже начали говорить, что 10 ему не нравится, меньше шериф, чем 4 игрок, был риск, что он уйдет, он так спокойно поговорил, как будто он, ну так, не волнуется. Потом этот крик уходит 6, значит вы считаете, что 6 игрок у вас по вашей версии ушел черным. Правильно, игрок номер 10? Ваш шестой уходил черным, но он собрал руки, он сказал, голосуется в 6. Вот, поэтому это странно. Откуда у вас собирание руки в 6? Почему 6? Ну, не знаю, короче. Проверка 1-2 собрал руки в 6, к 6, где 6-го называли больше красным игроком, особой зоны подозрения в 6-м не было. Поэтому то, что делает 10-й игрок, это странно. Для меня 4-й больше шериф. И у вас фри. У меня игрок под номером 9. Почему? Блин, ну хотя бы логичные проверки. Ну, с моей точки зрения. Мне, конечно, ничего не дает моя проверка, но он агитировал голосовать в 5, например, между 5 и 6. 10-й в 6-го. Кто голоснул в 6-го? Я с 10-м голоснул. Он идет проверяет меня. Ну, мне кажется, это... Нет, не проверял. А кого проверил? 8 красные, 1 красный. 1 красный. Блин, еще лучше. Я только хотела начать втыкать 10-му, что он проверил первого, и тут 4-й признается, что он пошел проверил первого. Так, игрок номер 3, несмотря на его речи, все оставляют красным. Говорят, давайте, рулите. Но я лично голоснула 6-го, потому что я посчитала его скорее игроком черным.
Но если сейчас выбирать, кого голосовать, и сейчас нужно определиться с шерифами, правильно? То кто из них вывел шестого? Ну, блин, не хочется 3-3 проигрывать. Вывел десятый. Ну, либо сейчас вас голосовать, потому что между вами там баланс был, и знаете? И у вас время. У меня игрок номером 10, у вас 3 замечания, кандидатура пас. Вставляю 8. Принято 8. Игрок под номером 3, ваши минуты. Так, ребята, смотрите, мои соображения. У него проверки, да, пошел проверять 2, пошел проверять 1. У него нулевки речь. У него нулевки речь при 10-рых. При том, что, допустим, вот он сидит черный не с четверкой, не с единицей и не с двойкой, это мы знаем точно. Он четвертый, он на последнем месте, он сидит счастливый, как этот самый. То есть если у него здесь сидит 3 красных игрока, ему тут светиться от счастья нечего. Десятка говорит, выносим сначала 1, потом выносим 6. И вместе с десяткой голосует игрок номер 8. Игрок номер 8 ставит руку в 6. Он у вас черный игрок, вы сейчас говорите 10 черный игрок, ставите руку вместе с ним в игрока номер 6. Игрок номер 6 красный игрок. Игрок номер 6 оставил меня красным. Единица оставляет шерифом десятку. Единица оставляет лжешерифом четверку. Сейчас все голосуют в четверку. Просто. 10 секунд. Поставляю игрока номер 4. Принято. И у вас время. Мясо, спасибо. Ребята, игрок номер 10 выбил. Не прыгайте, пожалуйста. 4-3. Друзья, мы переходим в суд. С этого момента любая жестикуляция расценится как фол, даже если он последний. Вы с игроки 10-8-4. 10. Кто за то, чтобы стол покинул, игрок номер 10, прошу голосовать. Спасибо, прямая 4 голоса. Стоп, игра победа мафии. Черная команда 4-8-9.